Сегодняшний семинар я хотел посвятить некоторому своему видению философии Канта и в связи с этой философией Канта как бы видению то, как устроена философия Гегеля. На самом деле любопытно, что в сравнении философии Канта и философии Гегеля мы понимаем, в чем, собственно, состоит новизна, да, в чем состоит, собственно, философия Гегеля, да, как бы в отличие от философии Канта. И в чем, собственно, состоит превращение, да, почему как бы философия Гегеля считается завершением, собственно, классического немецкого проекта философии. Ну, сейчас требуется некоторое внимание, потому что, о чем я буду говорить, достаточно сложная вещь, да, сложная вещь, прежде всего, с логической точки зрения. Речь идет об этом прочитать, рассказать об этом сложнее. Вот, смотрите, как бы, вот есть два единства, начнем сдалека. Есть два единства. Вот есть единство самосознания, да, и тождество «я», единство «я» или единство субъекта. И есть единство, логическое единство понятий. Разница в чем состоит? Вот каждый из нас в своем личном опыте понимает прекрасно, что независимо от того, что вокруг него меняется окружающий мир, там меняется опыт, да, и независимо от того, что меняется внутренний опыт, меняется переживание, допустим, да, несмотря на все это, мы как-то себя сохраняем. Да? Мы остаемся одними и теми же. То есть в этом многообразии, которое нам дается, мы остаемся теми же самыми. Вот это вот оставание тем же самым во многообразии называется тождеством или единством самосознания. Или единством субъекта, или тождеством субъекта. В любом случае, речь идет о том, что, если говорить проще, что несмотря на то, что время течет, да, несмотря на то, что вокруг нас все изменяется, мы как-то удерживаемся самих себя, мы остаемся теми же самыми. И более того, вообще говоря, все вокруг нас движется только потому, что мы стоим. Потому что для того, чтобы вообще зафиксировать хоть какое-либо движение, нужен какой-то точка отчета, да, и вот эта точка отчета является для каждого из нас, вот это наше сознание, наше самосознание. Мы как бы стоим во времени, и благодаря тому, что мы стоим относительно этого стояния во времени, или стояния, все многообразие остальное представляет собой именно вот это вот многообразие некое внешнее, да, которое меняется, изменяется, там, чередуется. Вот это называется единство самосознания, единство «я», или единство, или тождество субъекта. В любом случае, как бы, это на самом деле некий есть очевидный опыт, который известен всем, который был известен и Канту, и Гегелю. С другой стороны, есть единство, логическое единство понятий. Вот мы говорим, допустим, выбираем какое-нибудь понятие, например, понятие «животное» по отношению ко всем животным. Любое конкретное животное, кошку, собаку, можно назвать словом «животное». И вот это вот слово «животное», да, или понятие «животное», оно есть некое единство, но единство другого рода. Оно есть единство в смысле применения. Это есть единство, логическое единство понятия. И если мы внимательно рассмотрим эти два единства, то мы понимаем на самом деле, что это разное. Одно есть некое реальное единство, а именно тождество «я», да. Просто я равен самому себе во времени, я сохраняюсь во времени. Я сохраняюсь в многообразии, да, я вместе с многообразием не утекаю никуда, я остаюсь вот на одном и том же месте, да, во времени и в пространстве. Так вот, вот это есть реальное некое единство, да, некая реальность, а логическое единство, понятие, это есть некое единство только логическое. То есть оно не является чем-то реальным, оно является чем-то, что мы навязываем миру. То есть мы... Может быть, я не буду сейчас это обсуждать, этот разговор, может быть, возможность использования понятий обеспечивается тем самым, что мир таков. Мы это обсуждать не будем. Но в некотором смысле, то, что мы используем понятие, мы приводим разнообразие, вот это многообразие, к некому логическому единству. Допустим, говорим, что каждое конкретное животное, собака, кошка там и всякие другие, есть животные. Сводим виды к роду. Вот это логическое различие, вот это, оно существенно будет для дальнейшего рассмотрения. Дело в том, что, как это ни странно, для Канта и для Гегеля эти два единства являются одним и тем же. Дело в том, что они считают, что реальное единство самосознания является на самом деле логическим единством понятия. Я, когда рассматривал Канта и пытался понять, как он дедуцирует категории, есть у него такая операция, которая называется трансцендентальная дедукция категории, да, которая обосновывает. Почему можно использовать априорные понятия и категории среди прочих понятий, да, почему их можно использовать по отношению к опыту? Потому что если они изначально внеопытные, априорные, значит внеопытные.
то надо доказывать, что они, вообще говоря, применимы к опыту. Так вот, я когда этот вопрос рассматривал, я это показывал, на самом деле, что вообще это, трансцендентальная дедукция категории удается только в том случае, если Кант заранее считает, что единство самосознания есть мышление. Почему это так? Потому что единство самосознания, оно благодаря тому, что оно есть некое стояние, это некое тождество, оно все делает единым относительно этого тождества. Оно само есть некое единство, и все превращает в некое единство. Весь опыт становится моим опытом, он становится в некотором смысле тождественным. Вот, как бы всякое единство, которое мы постигаем в мире, допустим, единство вещи, оно только, вещи становятся едины только благодаря тому, что я сам единый, и мое отношение к вещи, оно сохраняется вместе со мной. Но поскольку отношение сохраняется, и вещь становится точно тоже такой же некой единой. Вещь может изменяться. Может быть, она портится, там стул, допустим, ножка могла отвалиться. Но поскольку мое отношение к этой вещи сохраняется, постольку сохраняется и сама вещь. Мы как бы в некотором смысле делегируем вещи субъективность. И вещь становится неким субъектом, ну, не настоящим субъектом, а как бы вот делегированным субъектом. Да? И вот это, и она существует как некое единство, как мысленное единство, благодаря тому, что я к ней отношусь как к некому единству. Вот это вот я единство делегирую это всему окружающему. И на основании этого, того, что это единство самосознания делегируется всему миру, на основании, если считать, что это делегирование есть делегирование мышления, то Кант доказывает, что раз это делегирование единства есть некая процедура мышления, то мышление изначально устроено так, что оно применимо к опыту. Вот он так доказывает его. Но на самом деле мы не имеем права объединять единство самосознания и мышление. На самом деле единство самосознания и мышления — это разные вещи. Для того, чтобы это понять, давайте обратимся к тому, что такое способность. Вот у нас есть способность чувства, допустим, способность созерцания, то есть чуть некие чувственные способности, способность восприятия. Есть мышление. Эти две способности, они на самом деле капитально разнятся. Есть чувственная способность, есть способность мышления или способность понятия. Да, мы как бы с помощью чувств нам предметы даются, как пишет Кант, с помощью мысли или с помощью понятия предметы мыслятся. Эти способности, они друг к другу не сводимы. Но! Тут возникает следующая вещь. Если есть единство самосознания, да, если мы сейчас считаем, что единство самосознания не сводится к единству понятия, к логическому единству понятия, то мышление и я – это не одно и то же. Потому что я может участвовать в двух способностях. Она может участвовать в неких актах восприятия, неких актах чувствования. И там оно не мыслит, оно там чувствует. И в неких актах мышления. И в мышлении оно мыслит. То есть одно и то же я, благодаря тому, что оно не является чем-то одним, то есть или мышлением, или чувствованием, да? А для того, благодаря тому, что оно является неким единством, да? Благодаря тому, что оно сохраняется в многообразии, которое ему дано, в том числе и многообразие способностей. Оно может участвовать в разных вещах. Может участвовать в чувстве, может участвовать в мышлении. И тем самым оно объединяет и чувства, и чувственный мир, как он нам дан, и мир мысленный. Да? И более того, оно может применять мышление по отношению к чувству. То есть оно является вот этим синтетическим неким единством, благодаря чему вообще все возможно. Все соединяется и все превращается в некий структурированный единый опыт. Но если изначально я является мышлением, как у Канта, да, или у Гегеля, вдруг выясняется, что у Гегеля то же самое. Гегель прямо в энциклопедии философских наук так и заявляет, что я равно сознание, равно мышление, что я и мышление — это одно и то же. То есть, если изначально я есть мышление, то на самом деле нет никакого чувства, чистого чувства без мышления. Его просто не бывает. Просто если я мышление, значит, я мышление уже привношу в чувство. Значит, всякое чувство, всякое представление, всякое созерцание уже нагружено мыслью. Об этом Гегель так и сообщает. Что не бывает никакого созерцания без мышления. Но если созерцание не бывает без мышления, да, то созерцание — это просто некий вид мышления. И вообще у нас образуется некая тотальность, в котором есть просто различные моменты. Есть некое мышление общее, да, которое разбивается на мышление, которое проявляет себя в чувстве, и мышление, которое проявляет себя в понятии. Это будет важно в последующем. На самом деле, этот вывод о том, что я являюсь мышлением, и что эти две области, а именно область чувства и мышления,
есть некая единая область, это утверждение неверно. Потому что я не являюсь единством понятия, потому что я являюсь неким реальным единством. То есть вот я стою, я реальное единство. Я не являюсь единственным логическим единством понятия. И я объединяю две эти области не на основе того, что это я понятие, а на основании реального некого единства. То есть я могу и чувствовать, могу и мыслить, и тем самым могу сшивать два опыта и накладывать один на другой. И именно только благодаря этому вообще существует такая вещь, как познание. Если бы изначально мышление было бы тотально, то познание было бы невозможно, потому что что такое было бы чувство? Чувство было бы тоже некое мышление. Вообще, откуда взялось бы нечто иное? Ведь у Гегеля в конце его философии возникает некая проблема. Откуда вообще иное берется, если все тотально? Если все есть мышление, откуда иное берется? Иному неоткуда взяться. Нет, ну оно тотально, но не в том смысле, что все есть мышление. Ну, вот сейчас я объясню насчет все есть мышление. Теперь для того, чтобы понять, в чем, собственно, проблема, да, вот я просто описал изначальный термин. Да? Я не знаю, понятно я описал, не очень понятно. Я потом еще, если надо, резюмирую это в своем месте. Да? Теперь я просто хочу объяснить, в чем состоит вот критика Гегеля Канта. Как Гегель критикует Канта, и на основании этой критики будет понятно место Гегеля, как место его философии в общем, так сказать, философствовании немецкого идеализма. Дело в том, что Кант как бы... Вообще Кант и его работа называется «Критика чистого разума», и основная цель его работы состояла в том, чтобы показать, что вот философия, да, вот как она мыслится, да, а именно философия, согласно понятию, как считает Кант, мыслится тем способом, что есть некие принципы, да, философские, благодаря которым можно добывать новые знания. Я говорю сейчас простым языком, да, новое знание без опыта, а исходя просто из чистых принципов. То есть в чистоте мышления, мышление как бы вот такое чистое мышление называют разумом. То есть в чистоте разума, разум может, опираясь на какие-то принципы, добывать какие-то новые виды знаний без опыта. Вот как бы вот это есть как бы идеал, некий идеал философии, это метафизики, да, который он считает, что вот, собственно, является понятием философии. И он показывает в своей работе, что это невозможно, потому что без опоры на опыт разум запутывается в неких там, в неких проблемах. И эти проблемы он сводит к трем проблемам. Эти три проблемы разбиты по трем, как он там любит называть, трансцендентальным идеям. Вот есть три идеи, которые разум очень любит, и на основе которых он пытается двигаться вот в своей чистоте. Эти три идеи — это душа, мир сам по себе и Бог. И вот Кант на основе них показывает, что на самом деле, когда мы рассматриваем душу, или я, лучше говорить, да, более близко к этому, к пониманию того, о чем идет речь, да, то мы как бы запутаем неких паралогизмов, запутываемся. Когда мы пытаемся рассматривать мир как целое, да, не просто отдельные части мира, а мир как целое, пытаемся рассуждать о том, там, произошел ли мир это, от некой единой причины, или на самом деле такой причины не было. Там. Как разбивается, например, необходимость и свобода и прочее. Если мы задаем вопросы это, о неком о мире как о целом, то у нас возникает антиномия. То есть это тоже некие противоречия, которые необходимы, да, которые как бы и тезис, который, и антитезис одинаково доказываются, и поэтому получается вот некое противоречие, которое повисает, и которое невозможно разрешить. И третий вопрос, связанный с Богом. Да, Кант доказывает, что не существует такой вещи, как доказательство Бога, бытия Бога. Что на самом деле любое доказательство, оно не может это доказать Бога. Что Бог существует. Да, он рассматривает там онтологическое доказательство, там, теологическое доказательство и космологическое доказательство. Ну, показывает, в общем, как бы, что вот эти три идеи трансцендентальные, они являются чистыми видимостями, чистыми фикциями, да, и получается, что разум как бы вот он запутывается в этих видимостях и никакого реального превращения знания достигнуть не может. То есть он просто фактически, его принцип является принципом в лучшем случае регулятивным, но ни в коем случае как бы не синтетическим. Так вот, что, с чего начинает Гегель? Гегелю как бы вот этот положение разума, оно ему не нравится. Ну, действительно, как бы, вот, Гегель философ, как бы там, да, и вот он, это, что он видит, как бы, в философии? Что в философии возможно только рассудочное мышление, да, которое на самом деле есть не что иное, как мышление обыкновенного, обыкновенной науки. Все науки являются рассудочными, да. И все. И больше, и вроде как философия невозможна. И он, конечно, ополчился против этого, он решил доказать, что философия возможна.